Предъявите билет. Десятки имен ивановцев вместе с зондом НАСА «Инсайт» удачно приземлились на Марс. Встроенный в космический корабль микрочип содержит в себе персональные данные 2,5 миллиона людей в виде двоичного кода. С особым интересом за прибытием на красную планету зонда следит вся семья астронома-любителя Тимофея Илюшина. Примерно половина зондов не достигала Марса, поэтому для увлеченных астрономией это действительно значимое событие. Своеобразным космическим туризмом ивановцы занимаются уже давно. Стало доброй традицией подобным образом участвовать в серьезных миссиях НАСА. То есть это такой хороший способ привлечь внимание людей к проблемам освоения космоса. Ну а другая сторона для людей, для участников, то есть, ну, может быть, так чуть-чуть хотя бы как-то издалека приобщиться к таким большим грандиозным событиям и делам. Я вообще ребенка хотел этот билетик подарить, но потом подумал, что может, ей страшно будет одной лететь на Марс, пусть даже и, так виртуально, можно сказать. Вот поэтому решили отправиться всей семьей.